Олейник опять решил поумничать. Клоуна включил. Просто веселуха какая-то. Он хочет сделать типа обсуждение моего видео, где я показываю, как камертон заставляет звучать звукосниматель. Ну, то есть снимается звук камертона, и это доказывает тон гитары. То есть тон инструмента снимается за счет звукоснимателей струн, его передачи через дерево. Он хочет это преподнести, что я говорю, что это может только через дерево сделать. Сказочный мастер из Калининграда. Он говорит, я вам такое доказательство хуяно. Берет камертон, представляет гитаре, струны начинают вибрировать, и гитара издает звук. Видали, видали, вот! Вот поэтому дерево влияет. Да я про то, что тон деревяшки передается через струны. Именно тон. А они все эти... Древесные глухари считают, что звукосниматель формирует звук, а формирует звук дерева, материал, из которого сделан инструмент. Блин, вот я не такой красноязычный, блин. Мне легче показать, чем рассказать. То есть еще раз могу показать. Вот звук от датчика и вот звук от дерева. Аналогичный звук. Почему звук один и тот же? Как звукосниматель понял, что нужно звук камертона воспроизвести? А преподаватель-то что хочет сказать? Он переврать хочет. Что типа вот этот эффект, я говорю, что тон дерева передается через струны. Вот какой тон есть у дерева, он такой и передается. То есть мы тон звук у этого камертона слышим через передачу вибрации дерева на струны. Угу. Точно так же мы слышим, вот если вот здесь бы из другого дерева была бы гитара, по другой бы тон был звучание. Угу. Вот, я про это говорил, дерево влияет. Ну, он переврал вообще, пипец. В струны идет тон звучания, и он передается. Я на прямом эфире с Платонио Андреем показывал, как струна передает даже эффект голоса. Ну, это если это товарищ из Питера. Чё? Что-то не то скажет. Так он-то считает, хочет сказать, что типа камертон, вибрация камертона передается независимо от дерева. Ну, посмотрим, что вот, он на самом деле скажет. Именно тон. Он говорит, что он про тон ничего не сказал. Он сказал, что я якобы этим опытом доказал, что дерево влияет на звук. Я говорю, тон дерева влияет на звук. Именно про тон. А они там, блин, со своей глухотой считают, что звукосниматель формирует звук. То есть, если звукоснимателю неоткуда брать звук, он не будет звучать. То есть, он не звучит сам, он снимает имеющийся звук. Ну да, причем не от конкретной породы дерева, в общем, а от конкретной доски. У меня есть тоже видео, два грифа. Один сделан самопал, а другой фабричный. И они оба из клёна. Вот, ну, все одинаковые по дереву. И разное звучание. То есть плохо сделанный гриф и хорошо сделанный гриф, он тоже влияет на звук. Не порода именно, а вот именно качество изготовления, качество вот самой деревяшки, качество производства. И это видео он хочет сделать на платной платформе. И денежки собирать, чтобы люди смотрели. Тоже на Бусти, наверное, придется сделать реакцию на это феерическое видео с камертоном и гитарой. Чем он занимался-то? Преподаватель. По преподаванию денег не хватает уже. Да простите меня и мастер Емельянов, и все, кто меня слышит. В общем, ему спасибо за то, что он делает что-то, а не языком трепет.